медведя. Хочу посмотреть, как она тебя укусит. Сегодня мы учимся одевать уздечку. А кто тебя укусил? Там, символ. Ну, привет. Прошла рука уже? Да. Эй. Да, майка у тебя крутая. Это мне эта тетенька Сьюзи, или как это? А, соседка это со Шри-Ланки, да? Ну да. Сью ее зовут. Нет, это не Сью. Не Сью? А как? Сью живет возле Фрэнсис. Я теперь сейчас там снова познакомился еще с одной англичанкой. Не знаю, как зовут, но она уже со мной здоровается. Которые забор сломали сейчас. Которую Майк подарил мне? Нет. Другая. Ну что, я уже наловчилась? Ну да. Первый раз я помню, ты эту железяку никак в рот засунуть не могла. Сейчас. Не, больше кушать нельзя. Сейчас уже там какие-то веревочки, уже знаешь, куда что вязать. Нет, первый раз, когда я снимал, я помню, смеялся. Вы втроем одевали эту штуку и сували в рот ей железяку эту. Никак не могли. Это все твое. Это не борода. Они не бреют ей бороды такие. Бородатые лошади. Перед ездой надо почистить их? Конечно. Красавица. Она уже хочет гулять, я чувствую. Да. Уже чувствует, что я ей скоро сейчас поведу погулять. Не-не-не, ты не будешь кушать. Потом мыть будете после тренировки? Скорее всего, да. Спасибо, голодная. Просто не представляешь, насколько я рада. Эй, Алиса. А кто у той девочки? Я не помню, как ее зовут. Алиса? Да. У меня блин, смотри. Кстати, Nokia моя тоже любимая. А сколько этой лошади лет? Ей 12. Как мне? Она 2002. Да, одногодка твоя. Можно попросить помочь ей? Она вот там... А вы что-то забираете ее, чтобы она не ела? Да. Жарко. Мне нравятся у лошадей глаза красивые, большие такие. Да, большие глаза. И ноздри такие смешные. И ушками они все время шевелят ушками. Да, смотри, если не нравится, она ушла назад. Ага. Спасибо. Красиво.
У этой белое пятнышко какое-то на лбу. А им нравится, когда их чешут, да? Наверное. Что надо? Дай ему сено, и когда он жует, просто встать. Есть конфетка? Да. Так, фокус. С ним фокус не проходит, ему что, просто что? Нужно дать сено поесть, и когда он жует, тогда... Под кругом? Да. Потому что у него там этот пояс, пояса сломались, можно сказать, и мои сельдянки не хватит. Знаешь, когда ты чистишь ее, хорошо чистишь. Очень. Я тебе помогаю. Головы? Хорошо чистю, очень. Я приду проверить. Пошли со мной, или как? Не, я здесь постоянно.